смотрите, что у меня есть. И скажу, что вот сейчас 3-6 досок, да, и 4 бруска, и вот эти штучки. Сейчас одну вещь сделаю. Никто не догадается, для чего. Сейчас сделаю, покажу. Короче, через час, наверное, сделаю. Гардероб слепил. Сейчас покрашу, поеду ставить. Вот это приспособление для раздевания. Девок, сейчас буду красить, я вам расскажу. Еще и с обратной стороны там есть. Вот это. Даже мы, дети, женщины, мужчины, давайте жить мирно. Называется. Вот все. Сляпал вешалку на озеро. На озеро сейчас поставим. Потому что завтра праздник. А без этой вешалки никак. Завтра праздник нудистов. Пока не разденутся, никого не пущу в озеро. Завтра же. Вчера, ой, сегодня отмечали этот ночью. День купания голышом, а завтра день нудистов будут отмечать. Сейчас кто-нибудь вспомнит молодость, когда девка не подглядывал. Я не подглядывал, что это сумасшедший, что ли. Подглядывал, конечно, за русалками. Ой, кисточки. Ох ты, лейтенант, никогда ты не будешь майором. Кисточка называется лейтенант, смотрите, лейтенант. А у меня майор еще ездит. Вот. Вот кисточки назвали, а толку от них? Нет, лейтенант. Сейчас вот здесь автограф поставлю. Потом, пускай автограф оставит. Кто здесь купался автографа? Ой, ну не кисточка же, ну что это такое-то, ну позорище. Пари, сейчас пойду пари закручу. Сколько над ней она простоит? Ну там стоят две скамейки, там... Два мангала я видал. Мостиков штук 10, я не знаю. Если по всем мостикам пройтись, там может чуть больше. Там стоят, не буду подсказывать, чего. Люди воду качают. Сами догадаются, что стоит. И никто не ворует. Ну, на зиму может. Может, уберу на зиму. Не знаю, посмотрю. Сейчас так маленько подкрашу. А, там что найдется, найдутся люди, подкрашу.